Поздравить с 30-летием школу номер 14 пришла депутат законодательного собрания Нижегородской области Марина Еменцева. На протяжении нескольких лет она стояла во главе учреждения. За это время Марина Еменцева выпустила более 2000 учеников. Огромную благодарность на празднике депутат выразила сотрудникам школы. Я хочу выразить огромную признательность, низкий поклон и благодарность всем сотрудникам школы и, конечно же, учителям за очень плодотворную работу на протяжении многих лет. И, конечно, за поддержку. Спасибо. В этом году школу возглавил новый директор Оксана Вережникова. По ее словам, отмечать 30-летний юбилей учреждения – это огромная честь. К событию коллектив готовился долго. На сегодняшний день в школе учатся 807 учеников. Учат и обслуживает ребят 63 человека. Мы очень активны. Нашему коллективу характерна исключительная теплота и взаимопонимание. Мы стремимся к тому, чтобы быть лучше, чтобы иметь свое лицо и занять определенное место, лучшее место в системе образования нашего города. Поздравить родную школу с юбилеем пришли и выпускники прошлых лет. Среди них депутаты городской думы Антон Ульянов и Андрей Крот. Они пожелали школе процветания, подарили ценные подарки и поделились своими воспоминаниями. Вот до сих пор я помню, это была начальная школа, вот сейчас эмблема. Видите, там эмблема висит. И у меня есть замечание в дневнике, которое я помню до сих пор. Бросал снежки в эмблему школы. То есть, ну, да, это воспитательный момент, это запоминается на всю жизнь и до сих пор. Вот, и ты начинаешь понимать, что можно делать и чего нельзя делать. 30 лет – это не такая серьезная цифра, но, тем не менее, пройден уже серьезный путь. И за это время в стенах этой школы получили серьезное образование достать сотни выпускников. Эти выпускники, вне всяких сомнений, поступили в престижные вузы. И это, конечно же, заслуга в первую очередь руководителя. На юбилейном вечере педагогам и ветеранам вручили почетные грамоты за большой вклад в развитие учреждения. Украсили вечер веселые сценки, игры на гитаре, песни и зажигательные танцы в исполнении преподавателей, учеников и их родителей. Школа номер 14 всегда идет в ногу со временем, и какие бы задачи перед ней ни ставились, достойно справляется с ними. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24.